Привет всем. Так получилось, что шестая часть детского фрейма оказалась лабораторной работой, практической работой. Я особо даже ничего не планировал, просто увидел, есть возможность на мероприятие, компании на мероприятии нет, зато есть желающий ребенок, ну а дальше наше дело все устроить, чтобы это было и полезно, и приятно. Наверное, дня за три все устроилось. Это как тетрис. Падает несколько фигурок, а моя задача просто уложить их в линию, вот и все. Ну а 1000 километров для бешеного кота не крюк. Мы как раз по мерам 1000 километров проехали. Это было приятно. Я нахожу это и интересным, и полезным. Причем для обеих сторон. Ребенок что-то получает, я что-то получаю. Как любит повторять один мой знакомый, объясни другому, поймешь сам. Есть такая известная «как бы молитва». «Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить. Дай мне сил принять то, что я не могу изменить». И дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого. Как МакТау я не верю в какие-то большие изменения. У нас нет для этого ни возможности, ни времени. Я скептически настроен к реформам, к возможности того, что что-то вдруг резко изменится. По крайней мере, не на нашем веку. Но поменять конкретных нескольких детей вокруг, до которых можешь дотянуться. Конечно, это возможно. Почему нет? Моя нынешняя героиня уже раньше встречалась на фотках. Вот это вот она, только несколько лет назад. А тем временем, это не главный проект лета, это такой спонтанный подраздел к Багир Лайт. Но довольно скоро будет гораздо более существенная вещь из раздела Багиры. Думаю, что зарисовки оттуда будут гораздо более объемными, содержательными, сложными. В общем, нам будет чем поделиться. Тоже, конечно, с соблюдением приватности. По-другому никак. Понимаю ли я, почему я этим занимаюсь на самом деле? Конечно, понимаю. Это канализация неизрасходованной энергии, которая по-правильному должна была быть направлена, конечно, совсем по-другому. Но получается так, как получается. Я считаю, нужно извлекать максимум полезного из ситуации, как она есть. Если человек на самом деле меняется, меняет себя, то вокруг него тоже должно что-то меняться. Это, собственно, и есть признак. А как человек влияет на свое окружение? Недаром христиане говорят «спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи». Лина существенно улучшила свое прошлое спортивное достижение, в связи с чем всячески ей поздравления, молодец. Моя заслуга там небольшая, мы потратили на тренировку, наверное, полчаса, в лучшем случае. Мы не так уж часто видимся, слишком далеко живем. Лишний раз скажу, что, по-моему, никакого особенного таланта для этого не нужно. Желание, искренний интерес – это единственное, что нужно. Все остальное человеку дано от природы, по-моему. Даже интерес дается от природы, на самом деле. Просто у некоторых он гаснет по какой-то причине. Возраст, конечно, все еще маленький. На особо сложные темы не поговоришь. Была у меня идея одной околофилософской беседы. Я думал, что будет по возрасту. Попробовал закинуть удочку. Нет, слишком маленькая пока, не готова. Но ничего, попробуем на ком-то постарше. Всем пока и удачи. Улыбаемся и машем. Привет всем. Настала моя очередь снимать селфи в машине. Чем заняться МакТау, женоненавистником и прочим активистом мужского движения в праздничный день? Чем мы займемся? У нас культурно-спортивное мероприятие. Мы с моей подружкой едем из одной очень не московской области дальней в другую очень не московскую область на культурно-спортивные события. Если вы знаете сайт Golden Ring Ground, то вы знаете даже, куда мы, собственно, собираемся. Но у нас есть еще дела в Москве. Вот. Подружку я буду называть кодовым именем Лина. Ладно? Вот. Ей 7,5 лет. И она уже опытная спортсменка, уже не первый раз участвует в таких вещах, да? Спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица, да? Это наша первая кандидатка на альтернативный конкурс «Мисс мужское движение» 2018. Ну что, у нас дальняя дорога, да? И еще дела в Москве. Да, почему мы вдвоем? Потому что все остальные наши старшие сиблинги, к сожалению, все еще заняты в школах. Вот, мой старшой в отъезде. Вот, а у Лины все старшие еще в школе практику проходят. Ну ничего, мы до них тоже когда-нибудь доберемся, да? Так что сейчас мы будем
слушать музыку, петь караоке, слушать советские сказки. Так что проект Багира Лайт продолжается. Продолжение следует. Ну что, дорогая Лина, мы хорошо прошлись по джинсовому. Теперь у нас главный наш пункт программы, поскольку прогноз погоды так себе на завтра и на послезавтра в нашем замечательном городе. А мы сейчас капитально пройдемся по спортивному магазину. Если есть признак того, что человек на самом деле счастливый, это если ему есть что купить в спортивном магазине. Знаешь почему? Почему? Это означает, что у него есть и здоровье, и время, и желание всем этим заниматься. Это не каждый может себе позволить. Так что мы пришли в супермаркет. Декатлон. Ну что, Лина, можешь поднять ноги, пресс качать так вот? Тун-тун, тун-тун. Ну что, тяжело отходили по декатлону? Сложно выбирать вещи, когда много вещей, да? Да. Довольно? Да. Подтянуться хочешь на турнике? Ох ты ж, ё-моё. Ох ты ж, ё-моё. Сколько раз можешь ноги поднять, давай? Раз. Не могу. Больше не можешь? Ну ничего, ладно. Между прочим, для твоего возраста тоже есть ГТО. Ой. Его тоже можно сдать. Кому? Кому? В специальной комиссии. Приходишь и сдаешь. Ну что, пойдем закупаться на завтрашнюю дальнюю дорогу? Дальнюю? Нам рано-рано стартовать завтра. А я еще хочу тебе мультик один показать, интересно, чтобы нам потом было что обсудить. Угу. Угу. Ну ладно, пошли. Ручки переворачивай. Открывай глаза. Что это? А на что похоже? Не знаю. Улитку. Еще какая? Не просто улитка, это гигантская африканская улитка. Откуда она у тебя? Она у меня живет. Твой животный? Да. Лучшее животное человека, который ездит в командировке. Знаешь, что она делает, если ее не кормить неделю? Что? Она убирается вся в раковину, запечатывается и засыпает. Говорят, что она может 2-3 года так проспать, но ее максимум месяц. А ты ее чем кормишь? Как ты ее держал? Овощами, фруктами, в основном овощами. Есть глаза? Конечно. Вот на концах этих рожек есть самые, что ни на есть, глаза. Сейчас ты почувствуешь, когда она тебя ртом коснется, она будет тебя пробовать. Ты почувствуешь такое скребение, такое. Это не больно? Нет. Они все пробуют. Пугливые. Видишь, чуть что, сразу пугается. Почему? Ну, такая у них жизнь. Они же... Не хищники. Видишь, у них есть нечто вроде мордочки. Так что кошку с моей профессией и расписанием трудно заводить. А вот это в самый раз. Как, начала тебя пробовать? Ну... Ну вот тебе и от улыбки станет всем светлей. Не такие уж они маленькие. Это не самая большая, бывает гораздо больше.
Это не холодное. Конечно, они же хладнокровные. Собственно, ты ее нагреваешь сейчас руками, она начинает более активно двигаться. Если температура падает, то они вообще запечатываются и засыпают. Ну как, нравится такое домашнее животное? Для спокойных, уверенных в себе людей, которые никуда не торопятся. Ну что, мы не стали подрываться рано утром, потому что очень устали вчера. Из-за этого, наверное, пожертвуем промежуточными остановками в Ростове и Переславле-Залесском. Но в Ярославле, я думаю, все-таки остановимся. Нам все равно через Ярославль ехать. Ну что, готова, Линочка? Да. Выспалась? Да. Солнце. Ладно, поехали. Ну что, вот наш Лина в одном из самых красивых, если не самом красивом городе России, да? Мы тут проездом, мы тут жить не будем, но пообедаем в одной из очень симпатичных гостиниц, которая мне очень нравится, да? Устала? Да. Вот это та самая стрелка, откуда мы когда-нибудь с тобой тоже побегаем. Но завтра у нас забег не здесь. Так что нам сегодня нужно еще оказаться в совсем другом месте. Но недалеко, да? Ну что, миленько перекусили с Линой в моем любимом отеле, который стоит прямо на воде. Вот, погода замечательная, прям лучше, чем по прогнозу. Но на завтра прогноз все равно дождь. Так что завтра у нас будет подвиг. От 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Теперь нам еще 80 км езды примерно. И мы почти на месте. Ну что, готово? Готово ехать? Ладно, ну пошли. И видим тут вот такое офигительное устройство. Это очень круто и очень вовремя. Так что нам будет с кем и как попить чайку. Ну вид, конечно, не особенно какой-то крутой. Но все-таки, может быть, даже где-то там будет проходить трассу завтра, а может и нет. Ну что, пойдем на разведку Снегурочки на место? Где Снегурочка живет? Какой-то дом есть Снегурочки, тут ее считается официальным местом. Она дома Снегурочка? Не знаю, сейчас проверим заодно. Кострома? Считается официальное место проживания Снегурочки. Почему? Настоящие Снегурочки? Ну, насколько Снегурочка может быть настоящей, да. Доброе утро. Ну что, вот так выглядит перекрытая улица, подготовленная к забегу. И там в ключевых точках еще грузовыми машинами перекрыто. Время получать номера, пока Лина досыпает. Слышите, там музыка вдали. Вот туда мы и идем. Все серьезно. Танки не пройдут. Чудак, спит без задних ног. Устала. И впечатлений много. И подушки на пол подбросила. Ну ладно, скоро на завтрак и переодеваться. Ну что же, теперь дело за малым, добежать. Комрады, пользуясь случаем, если вдруг тот, кто живет или просто находится, секретное рукопожатие через YouTube. Ну и сейчас отогреемся, соберемся, наверное, пообедаем, скорее всего, внизу еще, и будем собираться. Нам сегодня надо оказаться вечером поздно в Москве. Я думаю, что мы где-то к полуночи, наверное, приедем.
Угу. В общем, так, это мы для истории. Всем привет. Скажи привет. Привет. Камень, скажи привет.